а для начала подпишись на канал и поставь лайк. В сети появился отрывок нового шоу «Игра», которое 26 сентября стартует на телеканале ТНТ. В нем участники комедийного проекта делают пародию на YouTube-канал «Осторожно, Собчак». Ольга Картункова и Екатерина Моргунова пошутили над светской львицей. В своем скетче участницы упомянули скопинского маньяка и Юлию Волкову, а также обыграли манеру разговора самой Собчак, сделав акцент на резкости вопросов и характерных интонациях. В комедийном скетче интервью берут у участницы сборной России с шоу «Игра» Ольги Картунковой, спрашивая ее про жизнь за МКАДом и новый проект. Неизвестно, появится ли этот фрагмент в эфире телеканала ТНТ, или же эта часть, не вошедшая в итоговый монтаж. Проект «Игра» телеканал ТНТ позиционирует как главную новинку сезона и самое масштабное юмористическое шоу. В эфире уже идут рекламные ролики проекта, в которых фигурируют Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Эмир Кашоков и многие другие. Всего на сцене проекта соберут 85 комиков разных поколений и жанров. Их разделят на молодых и стариков, распределив на 12 команд, которые сыграют друг с другом в формате чемпионского турнира. Шоу завершится финалом четырех, куда выйдут по две команды от стариков и молодых. Победитель получит 30 миллионов рублей. Ведущим стал Евгений Чеботков, а в жюри – Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.